в экотехнопарке Skyway начались комплексные испытания провисающего участка легкой путевой структуры, а также юнитрака. Цель – проверка теоретически рассчитанной возможности использовать пассажирские линии для грузовых перевозок на расстояние свыше 500 км. Грузовой подвижной состав Skyway или Unitrack выполнен на базе подвесных городских пассажирских юнибусов. Разработан специальный ряд транспортных средств, стыкующихся с морскими, железнодорожными и автомобильными контейнерами для жидких, сыпучих, штучных и специальных грузов. Юнитраки для скоропортящихся грузов оборудованы системой терморегулирования и кондиционирования воздуха. В предназначенных для опасных грузов предусмотрен многослойный высокопрочный корпус, скорость до 150 км в час, производительность комплекса свыше 200 миллионов тонн в год, преодолеваемый максимальный продольный уклон до 30%. Струнный рельс позволяет объединить высокоскоростные междугородние, внутригородские и грузовые перевозки. Кроме того, внутри струнного рельса возможно разместить линии связи, электропередач, Wi-Fi и так далее. Таким образом, что прокладка дороги в то или иное место на планете автоматически обеспечит комплексное освоение территории со всей необходимой сопутствующей инфраструктурой, а также сохранит плодородный слой почвы для занятия сельским хозяйством. Очевидно, что превосходя все существующие виды дорог по основным показателям, Skyway как минимум не уступает им в плане универсальности. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте, поддерживайте наш проект, и вам больше не нужно будет на стареньком универсале Passat B3 возить за границу, сливать топливо. Строй Skyway, спасай планету!